Доброго времени суток, это Ромлус ТВ. Продолжаем прохождение Stronghold Crusaders. Так, следующая миссия — Сердце пустыни. Так, нам противостоят два игрока. У них тактическое превосходство. Опять-таки будем пытаться выживать, проходить и уничтожать нашего врага. Так, где нам удобно будет построиться? Все же, наверное, здесь и будет удобно нам строить. Так, покупаем рынок, закладываем небольшие, но приятные бонусы нашей будущей экономики. Этих зерновых ферм нам с головой хватит. Так. И строим сразу же лагерь наемников. Постараемся как можно быстрее это разбить нашего противника. Это нельзя, нет свободных людей. Свободные люди нужны вам, вот они, ваши это свободные нельзя люди. Здесь разместить, мило. Ну что ж, собираем все силы в кулак и уничтожаем противника. Не хватает рекрутов, сэр. Не хватает рекрутов, сэр. Куда пойдем? Нас атакуют! Не хватает рекрутов, сэр. Не хватает рекрутов, сэр. Не хватает рекрутов, сэр. Итак, у нас уже 19 конных лучников. Хорошо для начала. И также у нас есть еще 2000 золотых и 31 конный юнит вместе с нами. Так, 39 юнитов. Что ж, друзья, давайте уничтожим всех вражеских рыцарей. Так, наверное, это наступление — это проявление полного отчаяния. Враг не верит в свою победу, поэтому он нас контратакует. Все, у нас 45 конников, и нам нужно победить нашего врага во что бы то ни стало. Послание от Калифа. Берегись, храбрый рыцарь! Бойся удара в спину! Эркаб на плавье. Мустахид. Аль-Фарасу Гаду. Так. Ламан. Послание от Калифа. Побеждаем нашего врага. А у нас два таких врага. Так что давайте. Постараемся с минимальными потерями захватить. Все. Враг деморализован. Мы постоянно обстреливаем его. И необходимо придумать, как бы побыстрее нам атаковать нашего врага и захватить его селение. Так, еще один дом. Череда готова. Мы уже идем. Постараемся уничтожить рывник нашего противника. Ваши указания.
Проще некуда. Запросто. Это будет просто. Отлично! Все, противнику снова нечего нам ответить. Итак, желтый противник терпит неудачу. Что нам делать? Так, у оранжевого какие-то просматриваются силы. Постараемся их уничтожить. Так, вражеские лучники уничтожаются нами. Так, мы попали в затруднительное положение. Ни у нас, ни у врага толком нет сил для нападения. Уничтожаем все здания по найму юнитов нашего врага. Все, противник сразу же деморализован. Мы избавили себя от... Вас не очень-то любит. Наш золотой запас стабилен. Нужно дерево. Запасы провизии пополняются, сэр. Не хватает... Так, не думал, что перенаселение заберет такое количество популярности. И что у нас? Вас не очень-то любят. Запасы милор. Золота неуклонно растут, сэр. Нет налогов. Налоги вполне справедливы, сэр. Куда пойдем? Выступаем. Проще некуда. Всегда готовы. Так, ситуация с противником у нас достаточно понятная. Есть ваша светлость. Где бы нам теперь добыть необходимых рыцарей и захватить остатки сил противника? К нам приходят новые люди. Так, постараемся выехать на еде. Нужно дерево. Нужно дерево. Сколько нам надо? Хотя бы десяток таких рыцарей. И можно не беспокоиться о нашем будущем. Ваши указания. Что нам делать? Запросто. Это будет просто. Великолепно! Идем в ваших приказах. Мы идем. Так, повышаем скорость игры. Давайте, друзья, попробуем одолеть наших врагов и окончательно закрепить наше преимущество. Запасы провизии пополняются, сэр. Наш золотой запас стабилен. Люди любят вас, запасы провизии мой пополняются, сэр. Ну-хай-к. Так, теперь сбор налогов — это дело времени. Запасы провизии убывают, мой лорд.
Так, что еще? Еще мы, наверное, купим немного дерева и построим яблочных садов. Не хватает золота. Почувствуй наш... Проще некуда. Люди любят вас, мой лорд. Маулай. Мы постепенно расходуем деньги, сэр. Так, уже у нас 4 рыцаря. И маленький шажок, и мы в дамках. Маулай. Так, 7 уже вполне достаточно для захвата, так что нападаем. Это нельзя здесь разместить, мило. Это нельзя здесь разместить. Вот так в наглую, благодаря небольшому денежному преимуществу, мы сумели на первых этапах обезвредить нашего врага и захватить его, собственно. Держись подальше от моих границ, неверный! Все очень просто. Подорвав экономику врага, ваша популярность мы растет. Уничтожаем его. Доброе утро, ваше смерть. Маулай! Ну, вот еще 3 рыцаря нас направим. Послание от Калифа. Еще увидимся, неверный! Аль-Фарасутан. Так, великолепная у нас ситуация. Остался один враг. Запасы провизии пополняются, сэр. Запасы золота неуклонно растут, сэр. Люди восхищаются вами, сэр. Так, и в казну прибывает золото. Давайте же закончим эту миссию и победим. Послание от Калифа. Держись подальше от моих границ, неверный! Давайте, ребята, рубим халифа, и победа! Вы захватили замок, милорд! Послание. Великолепно! Еще увидимся, неверный!